С вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре небольшой набор от компании Sigma. Артикул товара 6003571. Это небольшой набор. Вот он. С квадратом под 1/4 дюйма. То есть с маленькой трещоткой. 1/4 дюйма. Трещотка с реверсом, с быстрым сбросом. Рукоятка здесь комбинированная. Пластик, прорезиненный пластик. И вот такая вот металлическая бляшка с логотипом на трещотке Sigma. Трещотка на 72 зуба. Трещотка разборная. Три винта выкручиваете, можно обслужить внутри механизм. Далее, отверточная рукоятка. Забыл по длину. Длина трещотки 155 мм. Отверточная рукоятка. Длина 130 мм. Также рукоятка комбинированная. Пластик, прорезиненный пластик. Данная рукоятка может использоваться в наборе или головки одеваете сюда. Также можете подключать удлинитель. Или использовать биты через переходник. Одеваете переходник. И получаем отвертку. И также трещотку вы можете использовать и с битами через переходник, и головки одевать. Далее, кардан для труднодоступных мест. Два удлинителя в наборе, 100 мм. И маленький у нас 50 мм. На инструменте написано хром, ванадиевая сталь. Покрытие инструмента глянцевое. И набор бит. Общее количество бит в наборе 24 биты. Размеры. Торксы есть, шестигранные, шлицевые и крестовые биты. И переходник под них. Головки. Так, размеры головок у нас, будем смотреть, 4 мм, далее 5 мм головка, 6, все головки шестигранные, 7, далее 8 мм, 9, 10, 11 и самая большая здесь на 12 мм. Общее количество головок 9 штук. По габаритам кейса. Вес набора составляет 766 грамм, ширина 16,5, длина 9 и высота кейса 5 сантиметров. Также логотип Sigma нарисован на кейсе. Запирание на одну пластиковую защелку. Нажали и сразу закрыли. Такой набор. Небольшой компактный набор. Гарантия на инструмент составляет 1 год. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Кому понравился наш видеообзор, ставьте лайк. За подписку на канал, за оставленный комментарий вы получаете дополнительную скидку при заказе. И забыл показать вам, в конце покажу уже, вот в таком вот пластиковом блистере поставляется данный набор. Спасибо, до свидания.